Всем привет, это Юля, специально для Betfair Poker Live. Сегодня 14 апреля, первый день весенней итальянской серии Betfair Poker. Уже завершился первый сателлит на Main Event, а в 6 часов начался сателлит за 35 евро с рибами. Всего зарегистрировалось 47 человек, а сейчас в игре осталось 10 участников. Первые 7 мест гарантированно получают билеты на главное событие серии Betfair Poker Live Tallinn. Сегодня к нам приехали десанты с покеров, Gypsy Team, да и сами эстонцы. Основной наплыв игроков ожидается завтра. Только из тех, кто отобрался через онлайн-сателлиты на Betfair Poker, приедет более 30 человек. Да и паром с финнами будет уже завтра. Завтра в 16:00 начинается регистрация на главное событие серии. Открывается оно весьма приятной традицией – Welcome Drink, так называемый бесплатный напиток для всех участников этой серии. По традиции серии Betfair Poker Live в мейн-эвенте будет участвовать Баунти. Тот игрок, который выбьет его из турнира, получит пакет на следующую серию Betfair Poker Live. В этот раз в качестве Баунти выступит местный селебрити Элмар Литма, известный эстонский гитарист и композитор. И еще одна приятная новость. Для всех участников мейн-эвента Betfair организует вечеринку в одном из лучших ночных клубов Таллина 16 апреля. Смотрите нас на канале YouTube Betfair и Twitter Betting Betfair. Будет много интересного.